Всем привет, дорогие друзья! С вами, как всегда, я, Russian Fear, и мы с вами продолжаем полное прохождение Ведьмака в 4К с модами на нашем канале. Так, сегодня у нас задание «Винные войны Верментина». Мы еще договаривались помочь там той бабенке, которая хотела тоже заграбастать себе винодельню, которую мы уже отдали, получается, под другого чувачка. Не помню точно, как его зовут в прошлой серии. Так, давай, сидим, отдыхаем до утра, по традиции. А у нас тут есть кузнец там. Есть, и бронник есть. Давайте сходим, продадимся маленько. Добрый человек, мне понадобится полный набор новых подков для верховой лошади. Наша срочно! К вам волос наковаль любую. Вот это я понимаю, мастер. Люблю вести дела с такими, как ты. Ты в хорошей работе толк знаешь. Ну да. Что у тебя там? Дофига у тебя всего. Так, и денег тоже дофига. На. Вот так. Скинулись удачненько. А чешуй у тебя нет никаких. Осколок янтаря не то. Нет, да? Ну ладно. До встречи. Так, еще надо посмотреть в брониках. Эх, не повезло. Доспехи полированные, с гравировкой, с рифлением. Что только пожелаете. Мне надо, чтобы ты кое-что сделал для меня. Для меня кое-что. Да, кстати, я перекрасил доспехи. В такой краске как-то они более красиво, что ли, выглядят. Отличный, мне надо мастерский. Ты не умеешь мастерские делать, что ли? Улучшенные? Ну да. Мастерские ты не умеешь. Так. Облавки у тебя есть что? О, вот этот доспех. Тусенский доспех. Он, кстати, у него и на лошадь, да, я брал. Боксерские вьюки. На 10 больше, кстати. Берем. Седло лучше. Мне вот это больше нравится как-то. Или вот это даже. Ну, не знаю, вот это и вот это нравится. Давайте вот это возьмем. Удачи. Что-то я не смотрел на это все дело. Так, где у меня на плоту тут все? Сумки. И седло.
Так, это продаем сразу. Доспехи полиров. Чтоб с собой не таскать. Посмотрим, что у тебя здесь. На. Удачи. Так, теперь нам сюда, насколько я помню. Ведьма. Давайте посмотрим на плотву. О, вот это плотва. Плотва, блин, тупая. Ладно, фиг с тобой. Переместимся там, посмотрим. Кстати, а тут недалеко. Так что поедем на ней. Уважаемые, держите себя в руках. А вы слышите? Но. Тебе здесь нравится? Я об этом слышу. Так, стой. Давайте глянем. Ох, вот это плотва. Вот это я понимаю. Раны здоровали беды. Доспехи на плотву. Так, погнали. Ты должен был почистить мой меч. Но я... Вроде бы не сильно далеко. Плотва, нахера ты туда полезла? Еще люди вернутся. Люди, это хорошо. Привносим, так сказать, жизнь. Сент. Работы не в проворот. Обязательно надо было перепиться и заболеть. Да вообще не говори. Пришел, увидел, помог. Спасибо. Да, я именно так и делаю. Пришел, увидел, помог. И забрал все, что плохо лежит. Фиолетовая краска для доспехов. Неплохо я зашел. Тунеядцы, бездельники, лентяи или жебоки. Да-да-да, они такие. Так, поворачиваюсь. Сейчас посмотрим, куда нам дальше. Нам только скакать получается. Быстрее будет. Ну, погнали. Не зря плотва тебе купили. Новые седло и новые сумки седельные. Ну, сумки в большинстве своем я для себя купил, конечно, чтобы вес больше переносить, но плотве, то есть седло купили. Теперь плотве не так тяжело, и она нас может дольше вести.
Ну, погнали. Ты какой ты руками их бьешь? Руками он бьет их. И меч не тот. Ой-ой-ой, валим. Так, мне нужен серебряный меч. Серебряный меч, отлично. Вот так бы и сразу. Фух. А не то металлическим тыку их. Так, все вернулись, да? Да, отлично. Топор, черенок не надо. Кожаные ремешки возьму. Ты что ругаешься-то, а? Да не за что. Так, здесь у нас что? Ну, вроде все, да? Венца взять. Грибы. Так, ладно, погнали дальше. А где у змеи руки? Так, стоп. Стой. Чтобы еду не тратить. Так, куда нам дальше? Давайте вот сюда на вопрос. Шевелись, плотва. Сначала на этот вопрос заскочим. А потом дальше уже. Опа, на. Привет. Сок исписан, тряпки, чертеж, всякая фигня. Записки. Писанные кровью на куске ткани. Кстати, мед.
слышу, что где-то пчелы. Сокровища забрали. Погнали теперь уже по заданию. Я думаю, нам вот сюда. А я прав. На помощь! Помогите! Стой! Промазал. Платова, не визжи. Я обязан тебе жизнью, незнакомец. Как тебя звать? Геральт. Геральт из Ривии. Геральт. Большое спасибо, Геральт. Сударь Геральт. Эти мерзавцы хотели уничтожить наши травки. Я думал, возьму молот и мразь эту разгоню. Но стыд и срам. Их было слишком много. Не справился я. Ну да хватит плакать над разлитым вином. Идем со мной в Верментино. Там я подлатаю твой доспех или выкую тебе все, что попросишь. А, ладно, я позже зайду. Иди. Я к вам загляну, когда буду в тех краях. Так, что у вас тут есть? Павлинье перо. Зачем? Закрыто. Так, это собрали. Багет, гриб, яйцо, малина палится, рататуй, топор. А тут есть что-нибудь в озере? Есть. В таких озерах часто что-нибудь бывает. Да, ну цвет, кстати, вот не знаю, как вам, по мне так прям огонь. Штопор, половник. Ну, в принципе, ничего интересного. Ладно, смотрим дальше, куда нам. Тут опять вопрос. Что у нас еще где-то? А, вот еще. Погнали сюда, потом. А, ну все равно скакать, да? Ну, пошла. По-другому никак тут, видимо. Придется это все нам проскакать. Опа-на. Что-то я... Не посмотрел, разогнался. Волки воют. Опустевшее поселение. Вперед, плотва! О, блин. В принципе, нам этим... Славится пророк Лебеда. Заниматься некогда было, но... Да ты слышь, чё? В рукопашную он захотел. А иди сюда. Ах ты ублюдок! Быстро!
Еще быстрее! Святая! Стопорнец! Круг! Круг! Ах ты, падла! Сколько вас здесь? Пес тебя ехал! Зараза! Что, драться расхотелось? Да разломай ты его уже, щит этот. Иди сюда. Вот так вот. Сразу бы так. Висельники на дереве висят. Весело, наверное, они здесь отдыхали, развлекались. Не говорят? Так, лук, меч. Дерево. А, да, наверное, надо происходить. Мой старик в последнее время все на девке скачивает. Корона, лук. Разбавитель краски. Идите, пока вино не кончится. Что поделать? Несколько молодых дворянок в старом амфитеатре встречаются. И вызывают голышку. Желтая краска. Краски дофига, кстати. У семенянин. Над тобой семенянин. Ты до сих пор не в штаны справишься со страхом. Спасибо, дружище. Да не за что. Получше деньгами, как говорится, да? У меня уже жопа вспотела. Бывает. Так, это, пожалуй, мне пригодится. Так, ну вроде здесь... Закончили, да? Отойди. Я украла у брата плащ. Пойдем. Так, ну да, теперь нам еще скакать, скакать. Так-то. Че они тут жгут? Тела. Ладно, жги. Ничего интересного у вас нет. Опа-на. Ты слышь, чё? Это было прям нелегко. Честно скажу. Нужен ключ.
Та кнопка. Где бы мне ключ найти? Тогда старейший из Ансерн. Так. Но это не то, что нам надо. Убитых я не вижу. Ну ладно, потом. Рано или поздно, я думаю, мы сюда вернемся. Пошла. Весело тут у вас. Ничего не скажешь. Гнильцы даже какие-то цветные. Необычные. Кстати, ключ. Это ключ, не который мне нужен, вопрос. Или это ключ отсюда? Или это как раз тот ключ, который мне нужен туда? Так, откуда я ехал? Плотва не так быстро. Отсюда, по-моему, да? До реки же ехали. Да, отсюда. Ключ не от этого сундука. Нет, нужен ключ. Блин, надо читать по-хорошему. По-хорошему надо все читать и... чтобы знать, куда, зачем и что. Тут мы все забрали, да? Да. Тут нужен тоже какой-то ключ. Поехали дальше, ладно. Со временем, надеюсь, нам повезет, и мы найдем просто то, что искали. Сладам. Можете смотреться. Раздробленные кости. Лебеды. Черт, это сильная тварь. Глубокие следы ног, кровь. Человек просто пытался сбежать. Ну, по следам мы пока что не будем, наверное, выполнять. Просто оставим это здесь, как говорится, да? Так, у нас задание. А, где оно?
Вот, последняя осталась. На! Не бойся ты, плотва, блин, у тебя лучшее снаряжение уже. Сколько можно бояться всего? Самая крутая лошадь, блин, на весь Тусент. По крайней мере, даже если не самая крутая, но самая модная. Куда нас? Приведет. Ах, гнусный же ты. Так, ну чё? Похоже на то, что его убили архиспоры. Письмо и ключ в таком месте? Прочитайте указания внимательно. Ошибок я прощать не буду. Явить завтра условное место и забери очередную часть саженцев. Нужно поторопиться с заражением винодельни Верментина. Только не опаздывай, а то тебя будет ждать команда с другой винодельни. Не забудь ключ. Любопытно. Судя по этой записке и остальным уликам, за проблемами виноделен стоит кто-то третий. Надо найти место, о котором шла речь в письме. Готов поспорить, за дверью, которую открывает этот ключ, найдется что-то очень интересное. Возможно. Я тоже так думаю, кстати. Так, и сейчас нам что-то вообще прямо тут... Вот прям вообще далеко. Давайте-ка мы вот сюда заедем. Для начала. Кстати. Два еще не хватает, да? А, вот. Сразу. Чтобы нам не париться, не бегать по тысячу раз. Давайте вот сюда. Тут у нас что? Верстак Бродника. Ну, в принципе, недалеко. Ты мне мозги не пудри, ведьмак. Я-то вижу... Да. Но! Пойдем в порт? Может, покинул? Стоп. Приветствую, доброго денька. Чего желаешь? Скажи, что покажи у тебя есть. Покажи свои товары. У меня на продаже есть всего много. Сорок пять ремонтных. Набор подмастерий. Хрена себе я собрал.
Могу, когда хочу, да? Увидимся. Давай. Не то, что на мои товары. Так. Новые укрепленные в важных местах шаровары. Последний писк моды. А где можно встачнуть? Нигде. А тогда и достоинство Реженальда, да не поможет. Да вообще согласен. Ездят тут всякие, да? Так, погнали. Посмотрим, что там. Спаси нас от бестий. Да я спасу. Я этого Мишу уже, по-моему, второй раз убиваю или третий. А он здесь все спаунится. Не, ну мне как-то, в принципе-то, не жалко, но... Сколько можно просто одного и того же Мишу валить? Блин, на плотву же накладывает, да? Спокойствие. Что поделаешь? Так. Нам сюда. А, вот так вот у нас это дело работает. А я думал, что он накладывает так странно. Эльфские инструменты. Да тут неплохо так. Банан. Банан впервые вижу, кстати. Так, и куда нам? Сюда? Нет, не сюда. Видимо, вот сюда. Розовая краска. Мне прям интересно посмотреть на Геральда в розовой броне. Это прям must have будет, я думаю. Можно попробовать, конечно, посмотреть, как это на самом деле будет выглядеть. Падла. Какое стальное. Опять меня чуть не пришибли. Да блин, ты серьезно? Так, вроде бы убили. Лютня. Ну уж нет. Лютика мы здесь, надеюсь, не встретим. Похоже на то, что его убили архиспоры. Надо осмотреть тело. В
приберись в хранилище и мигом. Какой-то ведьмак сует нос во все дела. Будь внимателен, когда начнешь избавляться от оставшихся клубней. А то они со дня на день начнут почковаться. Помни, уничтожь всю нашу переписку и сам знаешь, с кем. Пусть не останется ни следа. Остальное письмо сожжено. Из этого письма следует, что за бедами Лиама и Матильды стоит... Я не знаю, кто, и боюсь, уже не узнаю. Зараза. Ну, было довольно-таки интересно. Ну что ж, дорогие друзья, вот такая вот серия у нас с вами получилась. Не забывайте подписываться на канал. Также вступайте в группу ВКонтакте. Там вы найдете различные мемы, ежедневно выходят. И приколы, и также компьютерные новости. Как же без этого? И, конечно же, пишите в описании под этим видео, как вы проходите Ведьмака, либо какие-то ваши истории. Это очень помогает в развитии канала, и не только. Увидимся в следующих сериях. Всем пока!